Первый снег в Перми неожиданностью становится, наверное, лишь для коммунальщиков. Жители в подавляющем большинстве к нему обычно морально готовы. Если он, конечно, выпадает не в августе, как случилось в Кишерском районе этим летом. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях и даже подкрепили заявление фотографиями. Синоптики в ближайшей перспективе снега не обещают, а делать долгосрочные прогнозы не берутся. Впрочем, на этот случай есть проверенные веками знаки. Все приметы говорят об одном – зима нынче будет лютая. Предвещает это отменный в этом году урожай грибов, зерновых и ягод. Знатоки также говорят, что если листья с березы еще не опали, это также к холодной зиме. Ну а предсказать первый снег можно по летней погоде. Если она была дождливой, то выпадет он уже на Покров 14 октября. Этот факт подтверждают и знатоки народных примет. Если будет сентябрь теплым, сухим или необычно жарким, то это верный признак того, что зима начнется поздно. Снег выпадет не на Арину, то есть 1 октября, а возможно на Покров ближе к 14-15 октября. Если же обратиться к статистике, то за последние 3-4 года первый снег, как правило, выпадал в самом начале октября. В разные годы в первый, либо третий или четвертый день месяца. Если следовать этой логике, то первый снег мы увидим уже через 2 недели. Андрей Голдарев, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта».